В «Апатитах» выступил известный юморист и актер Ефим Шифрин. Поздоровавшись с северянами, он начал шутить уже с первых слов. Далее зрители услышали веселые анекдоты, песни и комичные зарисовки своего любимого артиста. Две блондинки стоят на автобусной остановке и ждут автобуса. Одна ждет пятого, другая восьмого. И подходит 58-й. И одна другая говорит: ну, здорово, вместе поедем. Анекдоты про блондинок – одна из любимых тем Ефима Шифрина. Простой сюжет юмориста удается представить так, что зал рукоплещет. Блондинка провожает парня в армию. Вот он уже стоит на ступеньке вагона, уже поезд медленно отходит от перрона. Она кричит: я буду ждать тебя. Говорит: Света, не надо, иди домой, меня долго не будет. По сюжету другого анекдота блондинку останавливает инспектор ГИБДД и спрашивает права. Девушка роется в сумочке и... Вот это карманное зеркальце, вот это... Гаишник долго тянется в это зеркальце. Ну а что же, вы сразу не сказали, что вы милиционер. Ефим Шифрин шутил на разные темы, начиная от своего непутевого одноклассника Толика до космонавта, который в прямом эфире высказал своим обидчикам все, что о них думает. К сожалению, эти и другие комичные зарисовки остались за кадром. Артист без всякого юмора разрешил снимать свое выступление только 10 минут.